Нічна хокейна ліга Вінниці. Тренировка. Ігоришко после игры «Патриот» Галицкий Леве. Здесь еще с удовольствием хочу показать не полностью, частично тренировку. Вот, пожалуйста, кто ходит так и кто потом хорошо играет. Как же здорово. Спасибо. Показываю, кто ходит и добивается высоких результатов. Виктор Марвищак, Виктор. И кто чемпионом потом становится и не проигрывает. Хочу всех тут, и Петро Сарапенюк, и Роман Рева, Шатохина, ну всех не перечислю, видно, да, уже мы многие знаем. Вратари, Никита Котов, так, и вратаря три даже, вот, еще выходит, еще, надо еще ворота ставить. Здравствуйте. Да? Не всех тут появляется много игроков. Много игроков появляется. Но интересно. Николай Бандерс также. Иноземцев Артем. Давно не видели. Да, давай, покажи. Опа! Опа! Не отвлекайся, Артема. Покажи еще фин. Классно. Артем Иноземцев. Ну вы посмотрите. Аншлаг на тренировке. Сегодня 15 у нас. Березня, Харьков, Киев, Вінниця. Как много. Совещание. Вот только после игры. Поступилось сегодня «Патриоты». Покажи еще, Артем. Покажи финты, финты. Как надо. Опача. А как так шайба липнет? На магните, что ли? Молодец, Артем. Смотрите. Михаилу передаем. Дуйсбург, привет. Вот видите, как приятно. Малышка. С удовольствием. Шатохин Влад, вот, пожалуйста. Спартак. Кирилла Бойко. Вот залил и играет потом так. Ну, есть гравцы. Счастливый Максим. Которых тут еще я, ну, еще пока не знаю. Молодые. Молодые, озорные. Сергей Псюк. И Павлов Румкин выздоровел, были нюансы. Интересно, правда? 21:19, завтра игра на утро. В 9:15 у Горишко также онлайн-трансляция. Вторая игра Галицкий Лева и Патриот. А на вечер Крижинка Берсерки, чемпионат Украины также. И на утро. В общем, так, загруженность полная. Есть. Благодарю за запрошение. Анна, Павло Лигачев. Дуже приємно. Орешка с удовольствием готов. Благодаря Ютубу, интернет-сайту, видите, можем наживо следить, участвовать также в играх. Литвинчук Сергей. Виталий наверняка есть. Я уже без очков. Всех уже могу не увидеть. Расправлять надо все куда. Шорты не закатывают. Еще не все. И Замков, вот, пожалуйста, готовится. Вратарей много. Ну хорошо, Ариша. Пойдет греться, кушать и готовиться к завтрашним уже играм. Интересно, правда? Николай Бандер. Петро Сарапенюк. Хорошо, здесь
Пройдуя, да? И горишка кушает так же на фоне, так держать, ребят. Молодцы, так держать, и не ломаться. Тогда придут победы. Совещание. Счастливо, дорогие, пока. Все, всех мы посмотрели. До новых встреч. Орешка снова. Мы с тобой.